Вітаємо вас! Працюємо для вас в прямому ефірі. Як завжди, розмова на тему «Середа». І це означає, що ми будемо говорити про успіхи, про різноманітну діяльність національних товариств Миколаївщини. І сьогодні моїми гостями є Леліта Каймаразова, голова правління Ради національностей Миколаївської області, і Анатолій Волчо, голова Тернівського болгарського культурно-просвітницького центру «Тирнавка». Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашій студії. І, звісно ж, ми не можемо почати года, да, мы не можем говорить, не сказать о в жизни Совета национальностей, чем знаменовался для вас прошедший год, чем вы гордитесь, и что планируется уже на следующий год, с каким настроением вступаете в 15-й год? Вступаем с хорошим настроением. Я думаю, что за праздники все отдохнули, окрепли, получили массу позитивных эмоций, заряда бодрости. Прошел у нас прекрасный праздник болгарский, о котором Толя нам расскажет. Мы провели несколько интересных акций в декабре, поэтому собираемся в эту пятницу, будем обсуждать итоги работы, подводить итоги работы, планировать на следующий год. Хотим также немножечко обновить устав нашей организации. Ну, в общем-то, это такие рабочие моменты, которые существуют в каждом общественном объединении, общественной организации. Я бы хотела сказать, что я думаю, что, в принципе, прошлый год был достаточно успешным для нас, и, в принципе, как и остальные года, потому что у нас есть коллективные проекты, которые мы реализуем совместно с обществами. Как раз на таких вот заседаниях совета мы принимаем нашу общую программу работы, обсуждаем, какие-то вносим коррективы. Самые основные наши проекты за прошлый год, это, конечно же, День родного языка, 21 февраля, Международный день родного языка. Это были несколько акций к фестивалю славянских народов. Не проводили мы концерты из-за ситуации в нашей стране, но были некоторые акции. Ну, конечно же, можно отметить первый раз вечер творчества белорусских поэтов. Здесь были у вас в студии представители белорусской диаспоры, рассказывали, очень интересно он прошел. Белорусы сейчас активизировались, они собираются открыть центр, тоже культурно-просветительский центр. И, насколько я помню, в осенью была у них еще встреча в Бармашово. Бармашово в Николаевской области – это исконное поселение белорусов. Там же много потомков белорусских переселенцев. Была встреча, приезжал, по-моему, если не ошибаюсь, посол Белоруссии в Украине. Было тоже очень интересно. Но я думаю, что я все-таки пытаюсь говорить Татьяну Демьянникову, которая вот председателем, я надеюсь, будет уже нового культурного центра белорусского, чтобы она пришла к вам в студию, рассказала немножечко о деятельности общины, тем более, что она была в Белоруссии. Вот уже на Новый год тоже туда собиралась, поделилась своими впечатлениями. Конечно же, летом мы все отдыхаем, есть лагеря национально-культурных обществ тематические, о которых я тоже немножко рассказывала. Мы праздновали День независимости Украины, был очень интересный проект «Скатерть мира». Потом в октябре мы провели очень интересную молодежную научно-практическую конференцию «Украина едина. Проблема и перспективы розвитку этничных громад в украинском суспільстві». Были у нас проекты такие, как «Живая библиотека», вот немножко подробнее расскажу об этом. И был, конечно же, фестиваль национальных культур «Дружба», который в этом году, я считаю, прошел очень успешно, хотя и проходил всего один день, но, тем не менее, зал был полон, люди получили, я думаю, много очень позитивных, положительных эмоций, познакомились с культурой разных народов, услышали песни, танцы, увидели выставку, смогли снова-таки оставить какой-то свой автограф на нашей «Скатерти мира», наш традиционный проект уже, и... В общем-то, еще забыла сказать, что у нас председатели и активные самые представители наших обществ, поскольку это был Шевченковский год, получили специальные медали Шевченко за вклад в развитие национального языка и культуры. Тоже считаю очень важным, чтобы отметить вклад в сохранение и развитие родного языка, родной культуры наших общин национальных. Ну и хотела немножечко подробнее рассказать о наших последних проектах. В декабре у нас прошла «Живая библиотека» в 22-й школе. И концерт, который мы делали, в принципе, впервые для школьников Николаевского муниципального коллегиума, посвященным традициям празднования Нового года в разных странах. Ну, естественно, в тех странах, представители которых у нас проживают на Николаевщине. Хотелось бы сказать, что эти проекты...
мы реализуем в рамках работы информационно-аналитических и культурно-просветительских центров этнических общин, которые работают в этих школах, то есть в 22-й школе, в муниципальном коллегиуме, тоже на протяжении, наверное, лет 5. В рамках работы этих центров проводятся встречи, проводятся уроки языков для школьников, проводятся дни культуры разных народов. Ну, вот среди них вот эти вот два проекта. Ну, живая библиотека, суть коротко, это такое вот неформальное общение молодежи с представителями национальных общин. Когда ты приходишь, но вместо книги ты берешь, как бы, можешь общаться с живым человеком. И всегда этот проект успешен, и цель этого проекта – это развеять, ну, или, может быть, подтвердить свои стереотипы о каком-то представителе национальности, какой-то культуре, вероисповедании, так для того, чтобы просто возможность была пообщаться. Потому что у нас очень много стереотипов существует, и, конечно, национальный вопрос всегда очень тонкий вопрос, всегда очень много домыслов каких-то мифов, которые можно почерпнуть, ну, отовсюду. И плюс, когда мы сами получаем информацию без комментария, да, непосредственного, вот, скажем, носителя этой информации. Где-то мы прочитали, особенно в интернете. Мы по-своему можем трактовать это все, да, опираясь на какое-то чужое мнение, да, там, и так далее. Да. Поэтому всегда вот такая вот цель этих проектов, мы проводим после этого анкетирование. И всегда цель достигается, потому что я вот зачитаю вот то, что ребята написали. Когда прошла живая библиотека в 22-й школе, несколько отзывов. «Общение в формате живой библиотеки дало мне знания о культуре и традициях народа и страны, осознание того, что все мы одинаковые и равные, вне зависимости от национальности, вероисповедания, цвета кожи. У меня не было стереотипов, но я еще раз осознал, насколько удивительная наша страна и какие хорошие люди в ней живут». В результате общения я узнал, что на территории Николаевщины жили немцы, которые основали свои поселения. Такое общение дало мне новые знания, интересные факты из жизни и просто прекрасную атмосферу. Оно помогло мне избавиться от моих стереотипов. Общаясь с людьми разных национальностей, можно узнать много интересного о разных народах, задать вопросы и получить исчерпывающие ответы. Ну, очень много, в общем-то, такие самое основное. Главное, что то ребята вынесли из этого общения, и это помогло им больше узнать о представителях тех народов, которые живут у нас на Николаевщине. Ну и перед тем, как уже дать слово Толе, я еще расскажу об концерте, который прошел в Николаевском муниципальном коллегиуме. Там мы попытались представить традиции празднования Нового года в таких странах, как Польша, Греция, Грузия, Болгария, Корея, Армения, ну и, собственно, Рома. Можно много об этом говорить, но каждая община представляла свой национальный номер, ведущие рассказывали немножечко о традициях, о том, что в Грузии существует свой Дед Мороз, вот он называется, сейчас скажу, как он называется. Так, где же? Ну, это вообще, ну, по-моему, замечательная идея, потому что... Немножечко по-другому. Ну, в общем-то, да, найдётся. Там существует, да, вот как у нас дедух делали, там делали бороду Святого Василия, тоже деревянное, что-то вот вроде, чтобы это напоминало, потому что празднование Нового года связано вот с этим праздником Святого Василия, который, собственно, у нас в Украине тоже отмечается. Вот, и в разных народах очень все это по-разному, ну, вот как-то мы попытались это рассказать детям, прекрасная атмосфера царила, пришли к нам колядовать из болгарской воскресной школы Терновского общества имени Ивана Вазова, показали обряд, который показывали вот и в Терновке, пели песни, наши оромские общины танцевали, грузинская песня прозвучала, армянская, все это закончилось красивой песней о пожелании Нового года, все встали, просто за руки держались, была настоящая атмосфера дружбы и праздничного настроения. Действительно замечательная идея, потому что, наверное, когда мы видим вот такое вот разнообразие каких-то традиций, да, других стран, нам хочется, с одной стороны, сразу вспомнить, что же у нас есть, потому что сидя в обычной обстановке, мы как-то почему-то об этом не думаем, да, вот, ну, как-то все понимают вроде, да, все как обычно, а тут, когда кто-то что-то показывает, говорит, а, у нас так здорово, начинаешь думать, ну, у нас же тоже, сейчас я вспомню, да, и мы молодцы. Конечно же, Украиной мы закончили, был прекрасно показан танец, танцевальный коллектив бального танца, нам показывал такой вот микс из украинских
ну, там были бальные танцы, но под украинскую музыку, разную современную музыку, было очень здорово. Это танцевальный коллектив коллегиума. Ну и песня, конечно же, на украинском звучала. Конечно же, мы же здесь, в Украине, живем. Конечно, это действительно, на самом деле, я не устаю, наверное, и каждой практически программе я говорю, что принимая и изучая и воспринимая культуру другой страны, адекватно, толерантно, спокойно, да, даже толерантно, это, наверное, не то слово, это слово, которое придумано было вопреки вот каким-то обстоятельствам неправильным, да, неправильному отношению к интересным вещам, вот так скажем. Ну, было разное в истории нашей, да, да, мира. И вот когда мы это все видим, когда мы воспринимаем, мы начинаем иначе относиться к своему, к собственному, потому что это очень-очень важно сейчас для людей, живущих в Украине, потому что мы очень часто заглядываем куда-то в сторону, да, кому-то, у кого-то что-то видим хорошее, считаем, что это хорошее, и совершенно не помним о том, что очень много хорошего вокруг нас, и то, с чем мы родились, и то, что мы видим каждый день, и это правильно, так и должно быть, потому что надо стряхивать, надо в хорошем смысле сравнивать, надо находить общее. Надо знать об истории, да, нашего края, ведь он многонациональный. Николаевщина — это вообще история, связанная с представителями разных национальностей. Ну и правда, и этот факт нельзя забывать, и потому что действительно поедешь в каждый уголок, в какой-либо уголок Николаевской области, встретишь людей таких же родных, понятных, но с какой-то вот своей интересной историей. Вот сейчас так приближаюсь, да, тематически к Анатолию, потому что... Нового года по-болгарски. Да, потому что очень подвижные болгары у нас, очень позитивные, очень активные, и масса всего интересного происходит. Не всегда удается, да, правда, реализовать то, что задумали, но это не значит, что ничего не происходит, что руки складывают, да, и болгары отказываются от чего-то. Расскажите, пожалуйста, Анатолий, от чего отошли немножко в сторону, но к чему идете? Вперед. Наша организация поддерживала, ну, занимается поддержкой, сохранением, развитием болгарских традиций, культуры. Что в эти понятия, это широкие понятия, естественно, здесь и язык, и обряды наши, и праздники народные, естественно, и государственные. Вот один из народных праздников, один из самых значимых у каждого народа, это Новый год. Он называется Сурва по-болгарски, от слова сурово, сырой, дословно, если это сырой, незрелый год. Угу. И вот, да, такой символ появился в Болгарии, и так оно уже много столетий, наверное, не знаю, этот праздник уходит корнями в седую старину. Наши предки когда-то его сюда привезли. К сожалению, в последнее время это все забываться стало, но наши старики еще помнят, как они ходили и кричали «Попу, попу, тварь сурва». Очень странно это звучит для восприятия русскоязычных и приязычных людей. Мы специально по Терновке ходили, собирали по крупицам этот обряд. И воссоздали, естественно, не все удалось уже воссоздать то, что у нас есть, что-то взяли из Болгарии, как-то вместе это все скомпоновали, скажем так, и воссоздали наш обряд, который, в принципе, Нового года по-болгарски, который мы уже второй год проводим, очень так, можно сказать, масштабно, насколько нам позволяют наши возможности. Хотим это сделать традиционным празднованием, естественно, оно, в принципе, уже стало традиционным, каждый год приглашаем очень много гостей отовсюду, как с Болгарии, так и из различных регионов Украины, где компактно представлена болгарская диаспора. Ну, даже не компактно, потому что, допустим, вот в Херсоне нет компактных поселений, но, тем не менее, они тоже очень активные, всегда приезжают на наши праздники. В этом году, к сожалению, погоды не позволили, никто не приехал. Очень переживали, как же у нас получится праздник. Очень много было такой предподготовительной нервотрепки, но, тем не менее, праздник удался на славу, люди все довольны, это главный показатель, когда люди с концерта выходили, подходили, все благодарили, говорили, спасибо вам огромное, вы сделали замечательный праздник, и тогда уже начало немножко отпускать этот новогодний нервоз праздничный, начали понимать, что мы все-таки отработали на все сто, и слава Богу, все хорошо получилось. В празднике участвовали очень многие представители болгарской диаспоры, не только члены нашей организации. Праздник был организован нами совместно с Терновским ДК культуры «София», с которым мы второй год уже плотно сотрудничаем, плодотворно. Ансамбль «Чучулички» наши, которых уже везде знают, слава Богу, болгарская песня «Чучулички» народная, и ансамбль «Хоро». Концертными номерами поддерживали, плюс было приглашено к участию школа искусств номер один Терновская, они активно включились со своими номерами, плюс дети выставку делали их. Детский садик, самые маленькие наши,
Черновчане представляли тоже свои поделочки. Участвовала воскресная школа при дружестве имени Ивана Вазова. Они показывали обряд Сурва. Естественно, не могу не сказать про библиотеку, которая у нас участвует во всех мероприятиях, начиная от сценариев и заканчивая прямым участием. Директор, например, библиотеки Мария Михайловна Хлыбова показывала обряд плетения сурвачки. Это оберег новогодний, можно сказать, веточка удачи, которой, по поверью, надо похлопать хозяина дома и пожелать ему пожелания здоровья, достатка, благополучия в семье, мирного неба над головой, ну и всего-всего самого хорошего, что можно от души пожелать человеку и его семейству. Ну, вот сейчас, кстати, сразу немножко переключусь, забегу вперед. С библиотекой у нас совместный проект. Наша библиотека выиграла в этом году грант. И в рамках проекта, не помню, как называется, что-то связано с демократией название, они сейчас выиграли грант. И у нас сейчас совместная скайп-конференция в эту субботу с Болгарией, с Варнинской торгово-промышленной палатой. Будут представители образования, интеллигенция болгарская, культура, туризм и так далее. То есть мы приглашаем всех желающих. Извините, что идет такой анонс с телевидения. Да, но это очень полезно. Болгарская диаспора большая, она находится не только в Терновке. И это последнее время все чаще и чаще, все четче видно. Когда на наш праздник вот в субботу приехали представители с различных сел и городов Украины, которые какой-либо, ну, благодаря каким-то влияниям судьбы занесены в Николаев и живут здесь. Были также болгары из самой Болгарии, которые тоже здесь либо работают, либо проживают. И с библиотекой, и вот эти люди все, почему я приглашаю, да, чтобы все приходили на эту скайп-конференцию, потому что будет подниматься очень много хороших вопросов по образованию, культуре, визовая поддержка, туризм и так далее и тому подобное. Ну, очень много. То есть просто люди могут прийти и задать свои вопросы. Естественно, задать свои вопросы, да. Я там буду как переводчик участвовать. Ну и мы, как наша организация с библиотекой, мы партнеры библиотеки в этом проекте. Это они проводят проект, но мы там как партнеры участвуем, поэтому мы там тоже будем, естественно, участвовать в этом. Ну, интересное мероприятие, конечно, потому что людям хочется получить полную информацию, да, о тех или иных вопросах, потому что явно люди, знающие о своих корнях, они хотят какого-то движения, они хотят знать, что, во-первых, что страна историческая, их родина, в случае чего может их поддержать, может дать какие-то перспективы, опять-таки они могут, наверное, имеют желание посещать и, может быть, учиться, да, на своей исторической родине и так далее. Поэтому, конечно, огромное количество информации нужно людям знать. Сейчас также, вот, если взять для примера польское общество, да, которое активно тоже в этом духе работает, они имеют очень много успешных таких вот историй, скажем так. Поэтому и самое приятное, что это не просто там, как сейчас говорят, утечка мозгов, да, люди получают образование, люди получают какой-то стаж, люди получают какой-то опыт необходимый, возвращаются сюда, в Украину, и здесь продолжают строить с этим опытом, да, строить свою работу, свою семью, свою жизнь, принося что-то обществу, что-то новое, что-то пережитое, да, адаптированное, скажем так. Мы еще и к нам притягиваем мозги из Болгарии. Вот, например, один молодой человек из Болгарии, который был, София, он вот, ну не знаю, женились они или нет, дай бог, чтобы женились, он с нашей девочкой Терновской проехал, они познакомились, она там училась в Болгарии. Вот они познакомились, приехали в Терновку, и вот мы с ним познакомились, я его увидел, говорю, приходи обязательно на наш праздник, он очень довольный был. Это, опять же, я думаю, хорошее имиджевое значение будет иметь для Терновки в дальнейшем. Он поедет в Болгарию и скажет, вот есть люди, которые не забывают свои корни, которые 212 лет уже оторваны от своей исторической родины, но тем не менее продолжают в таком же духе поддерживать богатое культурное наследие, которое нам осталось от наших предков. И, ну, приятный еще тот факт, что люди вот сейчас, даже в такие сложные времена, когда очень многие стремятся где-то найти там свое счастье, да, где-то за пределами страны, люди, имеющие реально такие возможности, остаются здесь. И имеющие моральное, скажем так, право, да, вот какое-то вот что-то такое сделать, они остаются здесь, они привлекают внимание к себе, но тем не менее они продолжают здесь жить, радоваться, развиваться. Да, и это действительно, это в наше время это что-то похоже на героизм, наверное, потому что с одной стороны сложно
начать что-то заново, с другой стороны, просто бросить то, что не нравится, то, что вспомнил украинское слово «дошкуляя», да, когда некомфортно, когда хочется все изменить, вычеркнуть и начать заново. Вот, ну, не всегда это правильный вариант, потому что от себя не убежишь, да, в первую очередь надо в себе разбираться и в каких-то вопросах. Оля, я еще просто, ты же забыл про национальную, о национальной кухне рассказать. А, да, расскажите мне, национальная кухня. Завершением праздника была такие. В обеденный период для наших зрителей о национальной кухне вы обязаны рассказать. Наш праздник начинался, в принципе, в прошлом году как праздник баница, если помнят, я думаю, помнят многие. Я помню блюдо баницы, которое вы готовили. Я была в прошлом году на празднике. Был конкурс, да, очень колоритно все это получилось. В этом году мы немножко отошли от самого названия баница, потому что все-таки предваряет баницу праздник Сурва, новогодний праздник. Баница готовится на этот праздник, и поэтому она, пускай она и королева нашего стола праздничного, но она сопровождает этот праздник. Поэтому мы его все-таки переименовали в Сурву, и это нам развязало руки в плане болгарской кухни. Мы смогли предоставлять всю уже болгарскую кухню, к чему мы и стремились, думали, как же вот сделать. Все-таки праздник начали как баницу, а хочется все показать. У нас богатая кухня, очень богатая. И мы очень в этом году, вкусно. Да, очень вкусно, да. Очень вкусно. Было опять в этом году много и баниц, и моя баница была, мать моя делала мусаку, это болгарское хорошее, такое интересное блюдо. Были болгары, вообще их первый раз видел, откуда люди как-то узнали в соцсетях или где вот тоже работает все-таки это оповещение информационное. Люди попроезжали, их первый раз видел с интересными блюдами. С Болгарии был человек, который показывал какое-то мясное блюдо, просто, к сожалению, в этой круговерти я не успел с ним хорошо познакомиться, но мы с ним еще обязательно увидимся. Вот так встречаются болгарские мужчины, обмениваются рецептами. Конечно. Конкурс, поэтому в этом году одновременно мы ушли от самого понятия конкурса. У нас не было проигравших, у нас все были победители. В принципе, я считаю, это правильно, да. Всем победившим, да, скажу смело, были вручены хорошие призы, грамоты, конечно же. Все люди остались довольны. В следующем году, естественно, мы его будем проводить опять. Только уже, я надеюсь, на более высоком уровне. Будем, ну, естественно, опыт приобретается. Работаем над ошибками. Все равно хочется. Люди говорят хорошо, но я понимаю, что всегда есть над чем работать. Хочется, чтобы было еще лучше. Путь совершенства бесконечен, потому, наверное, и прекрасен. Очень красиво сказано. Я хотела сказать, что нет предела совершенства, но вы сказали красивее. Действительно, путь прекрасен, и самый главный стимул успешного развития – это успех. Вот такая вот каламбур, да, но чем лучше у нас все получается, тем лучше мы стремимся это сделать в будущем, да, сами себе ставим планку. Когда счет чистого сердца делаешь. Главное любить то, чем занимаешься, это однозначно, это залог успеха. Это правда. Это будет легче корректировать какие-то там, ну, такое, как, в общем-то, мы уже имеющий опыт в организации различных мероприятий, знаем, что всегда сложно предусмотреть, всегда форс-мажор какой-то возникает. Поэтому главное, что мы делаем от чистого сердца. И это здорово, потому что на самом деле, если начать перечислять все проекты, которые были сделаны, созданы, реализованы, успешно реализованы, получили продолжение, которые сделаны национальными обществами в Николаевской области, то это, наверное, не хватит и 26 минут нашего эфира, хотя бы вкратце рассказывая, да, о тех или иных успехах, о достижениях, о той литературе, которая была создана благодаря этим проектам и советом национальности с помощью, содействием других, да, органов власти, там, других организаций. Это действительно, то есть, с одной стороны, мы говорим о национальных обществах, мы думаем о культуре, о праздниках, и вроде что-то такое легкое совершенно, да, такое для отдыха, для работа, души. А с другой стороны, да, получается, что это колоссальная работа. И успешная работа, и сейчас уже вы втягиваетесь, такое более молодое поколение втягивается, да. И вы уже не можете расслабиться. Откуда-то люди узнают и приходят сами, и свои услуги, даже не то, что услуги, а помощь свою предлагают. Вот, и это действительно вот, что, вот чувствуется, что это община. У нас на телевидении говорят, что ваш проект будет успешен тогда, когда вы получите отклик, да, когда люди, которых вы не просили, они приходят сами и реагируют на что-то. Наверное, это не только телевидение касается. Да, да. Вот, и когда действительно, когда просто вот вот со стороны приходят люди и говорят, что мы знаем про вас, мы знаем, у нас есть идея, да, мы можем вам помочь или там и так далее, просто хотим с вами рядом постоять и поучаствовать. Ну, это замечательно, это здорово, и у вас это наверное, есть. Наверное, показатель того, что вот это полный зал на дружбу.
Ну, конечно, была хорошая реклама, но все равно да, люди но тем пришли. Тем не менее, да, тем не менее. Реклама не всегда работает. Да. На 100%. Даже балкон, наверное, аншлаг был в прошлом году фестиваля «Дружба». Это здорово. Большое вам спасибо за вот такую бурную деятельность, за дружественную деятельность. И то, что вы приходите в эфир и рассказываете об этом зрителям, потому что еще можно задеть, да, лишний раз тех людей, которые, может быть, до этого не обращали на это внимания, а теперь они... Приглашаем всех, да. Теперь они... Да, теперь эта информация заякорилась, да. Большое вам спасибо. И глядачам мы також дякуємо за увагу. Час нашого ефіру вичерпно, але тема ця не вичерпна. Будьте щасливими, дивіться нас і надалі. Усього найкращого.